8 пожарных расчетов прибыли накануне вечером к одному из домов по улице Натана Рахлина. Приехав на место, спасателям пришлось тут же отправляться назад. По словам очевидцев, причиной их вызова стал запах гари. Но быстро выяснилось, что это подгорела еда в одной из квартир. Все решилось выключением конфорки, а потому помощь огнеборцев не понадобилась. Пострадавших в результате инцидента нет.